Раз тут, понимаете, Кремль делает ставки, так кто будет более управляем? Кто сможет в какой-то момент показать зубы? Они сделали ставку на Кадырова, и они помогли ему победить всех остальных. Россия, то Кадыров вообще уничтожил бы наш народ напрямую, без тормозов. Он захватил власть, и чеченская армия у него. Разве наш народ смог бы восстать? Наш народ превратился в туркменов и северных корейцев, и это стыдно, даже оппозиции нет. Но я бы не был столь скептичен в оценках. Да, конечно, это то, что сейчас мы переживаем, это великие трудности. Нам нечем сейчас, конечно же, гордиться. Но у нас были такие периоды в истории. У нас были эти периоды, когда мы тихо, смиренно сидели, делали вид, что мы покорные, что мы покорены. Ждали этого удобного момента. И когда этот удобный момент наставал, мы восставали. Я думаю, что в этот раз будет все так же. Просто нам сейчас реально нужно передохнуть. Да, этот период очень затянулся, я согласен. Но вы должны одно понять. То, что мы видим сегодня в республике, и то, что мы видим за ее пределами, это совершенно разные вещи, это совершенно разные чеченцы даже. Поэтому, когда ты постоянно живешь вот в такой среде угнетения, тебе кажется, что все уже плохо, да, все, больше нет стержня у этого народа. Но когда ты попадаешь в другую среду, ты видишь других представителей нашего народа, которые есть здесь, за пределами нашей Родины, ты видишь их искренность, ты встречаешь здесь по-настоящему своих очень близких тебе братьев, с которыми ты познакомился не так давно, но они заменили тебе тех, с кем ты рос. Понимаете, это солидарность, это готовность людей жертвовать собой, своим имуществом, какими-то благами, удобствами ради какой-то общей цели. Ты понимаешь, что потенциал еще огромный, иншаллах. Пока есть такие люди, у нас есть будущее. И также нужно понимать, что таких людей всегда было меньше, чем их противоположностей. Да? Просто было время, когда самих таких людей у нас было больше. То есть вот этих вот достойнейших людей, их было много. Сегодня их стало, конечно, меньше. Но мы будем надеяться, иншаллах, что их будет становиться все больше. Серый кардинал, ассаламу алейкум. Жив, здоров, в деле. Хочу начать свой блог, само собой, в маске и очках, под своим псевдонимом. Неудивительно, что люди уже открыто высказывают свое недовольство. Если бы не родственники, давно бы недовольных было десятки тысяч. Да, кстати, вот это я тоже хотел отметить. То, что сейчас все больше и больше людей осмеливаются, показывая свои лица, высказывают критику в адрес того, что происходит сейчас у нас в республике. Это, безусловно, хорошая тенденция. И я это приветствую. Да, где-то, конечно, мы не согласны с формулировками, там, с нецензурной бранью, но это тут как каждый хозяин, значит, сам барин, да, пусть сами решают, как они это будут делать. Но в целом я приветствую, что люди стали высказываться. Это очень хорошо. Да, конечно, если бы не фактор коллективной ответственности, применяемой кадыровцами в республике, было бы гораздо больше людей, кто бы говорил. И они это знают прекрасно, именно поэтому они и будут ужесточать этот прессинг на родственников. Но это такой, знаете, это такой барьер, который нужно один раз перешагнуть. Если они поймут, что через твоих родственников нельзя заткнуть твой рот, с твоими родственниками больше ничего не произойдет. И вы можете это видеть на примере многих людей здесь, за пределами, не только меня. Они брали там разных родственников, разных спикеров, находящихся здесь. И когда они таким образом не могли их заткнуть, все, претензии к родственникам прекращались. Поэтому здесь просто, насколько вы как бы готовы к этим испытаниям, вот в чем вопрос. Многие бывают не готовы, думают, что готовы, что-то начинают, говорят, потом прессинг родственников, они дают заднюю,
Это, конечно, очень негативно. И это, наоборот, внушает надежду кадыровцам. Они понимают, что тема-то работает. Понимаете? Лучше здесь, конечно, если вы дадите заднюю, когда ваших родственников напрягут, то лучше не начинайте. Это наоборот негативно сказывается на всех нас. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. А как ты думаешь, если Кадыров не стал бы предателем, то что получила бы Чечня и для чего тогда нужен был такой герой для народа, для Москвы? Кремль что, устал убивать и воевать с нами и определил среди нас вымышленного лидера? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Послушайте, вот Кремль здесь вообще не прогадал. Вот что-что, для Кремля это абсолютно успешная операция. Когда они взяли одного, не одного, они взяли нескольких тогда предателей. Из этих предателей сформировали единый такой фронт, чеченизировали, так скажем, борьбу. Затем уже, когда начали превалировать, да, в этой войне, когда успех был уже явно на стороне России, они взяли и, как вот бывает, крыс в банке выращивают, и давая им друг друга поедать. Они взяли и дали вот так друг друга поесть вот этим предателям. В результате этого поедания они смотрели, кто будет для них более выгоден, более управляем, наблюдали за всем тем, что происходило. Первым у нас полетел Гантемиров, затем Байсаров полетел, затем Ямадаевы. Ну, в общем, и они вот по мере продвижения вот этой темы, они смотрели, так, этого съел, как ведут себя остальные, так, Ямадаевы, так, эти. Ага, раз тут, понимаете, Кремль делает ставки, так, кто будет более управляем, кто сможет в какой-то момент показать зубы. И вот это все в итоге, проанализировав происходящее в республике, проанализировав всех этих предателей, они сделали ставку на Кадырова, и они помогли ему победить всех остальных. И в результате, можем ли мы сказать, что они прогадали? Нет, конечно, они не прогадали. Они очень правильный расчет сделали. В результате они получили то, что хотели, к чему стремились. Просто многие говорят, почему они Ямадаевых слили, на них не сделали ставку. Я думаю, что здесь, скорее всего, действовал такой прагматизм, знаете, они посмотрели так, как Ямадаевы, это все-таки люди, когда-то воевавшие именно с Россией, именно воевавшие с оружием в руках. Причем в этой войне, допустим, Сулим даже был награжден, да, имел какие-то заслуги. А Кадыров – это человек, который никогда не воевал с Россией, никогда. Он, даже его отец никогда не воевал, его отец был типа там духовным лидером, стоял на тракторе максимум и делал обращение к людям. И они подумали, наверное, все-таки этот будет более для нас надежным, более управляемым. И сделали ставку на него. Салам алейкум, Тумсо, ты часто называешь рабами тех, кто живет в Чечне, но разве ты сам не был таким еще недавно? С трудом верится, что ты, когда жил дома, ходил и говорил то, что говоришь сегодня. Не лукавишь ли ты? Как ты жил в то время и какая твоя позиция была? Уалейкум ассалам. Ты начал свое сообщение с лживого утверждения, что я часто называю рабами тех, кто живет в Чечне. Ты лжешь. Никогда в жизни я не называю тех, кто живет в Чечне, рабами. Те, кто живет в Чечне и те, кто живут за пределами Чечни, это мой народ. И те, кто живут в Чечне, сегодня находятся в очень подавленном положении, не из-за того, что они рабы, а из-за того, что сегодня над ними установлена оккупационная власть. Поэтому далее все, что ты привел, строится на твоем лживом утверждении. И оно бы не имело, по сути, смысла сейчас тебе даже на это отвечать, но я тебе скажу, отвечу просто я на вопрос, как я жил тогда, какова была моя позиция. Я жил точно так же, как живет мой народ сегодня там. Тише воды и ниже травы. Но была ли у меня своя позиция? Конечно, она была. Была, разумеется. Но я нигде с флагом не ходил,
никаких там проповедей никому не читал и никого ни к чему не призывал. Тихо, мирно жил, работал, платил налоги, коммунальные платежи, воспитывал свою семью, но воспитывал их так, как я считал нужным. Я исповедовал свою религию так, как я считал правильным. И я всем своим сердцем ненавидел тот режим, который там сейчас установлен. Всем своим сердцем. И ни в коем случае нет никаких претензий к тем людям, к чеченцам, живущим сегодня на родине. Почему они не восстают там. Я прекрасно знаю, почему. Никогда я не озвучивал.